Эдвард Гаспарян участвует в чемпионате первый раз, однако сразу же сумел одержать победу в компетенции массажист. Работает по этой специальности четвертый год, но, по словам Эдварда, выиграть в одиночку ему бы не удалось. Большое спасибо организаторам, было то есть все великолепно организовано. Спасибо большое волонтерам, они нам очень помогали, то есть в плане, то есть физически и то есть, ну, морально очень нас подготавливали к этим соревнованиям. Кроме большого количества волонтеров, на чемпионате реализована система наставничества. Специальные люди помогают участникам не только во время соревнования, но и при дальнейшем трудоустройстве. В этом году эту роль на себя взяли в том числе и участники прошлых соревнований. Региональный этап чемпионата Обилимпикс – важное событие для республики. В Карелии утвержден план по повышению занятости и трудоустройству инвалидов, чему проведение чемпионата способствует напрямую. С момента начала проведения этого чемпионата, то есть за три последних года в республике Карелия, мы трудоустроили более 50 человек, 54 человека, наверное, трудоустроены из числа участников этого чемпионата. Кроме того, органы службы занятости активно стимулируют работодателей. Так, за прошлый год на средства субсидий создано 30 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году цифру снижать не планируют. В чемпионате приняло участие порядка 30 работодателей, которые проявили наибольший интерес к таким компетенциям, как экономика и бухгалтерский учет, психология, клининг и социальная работа. Поэтому чемпионат важен для всех без исключения, ведь все участники приобретают ценный опыт, а возможно и работу. Победители же смогут представить республику на федеральном чемпионате Обилимпикс, который состоится в ноябре этого года в Москве. Сергей Елинов, Александр Борисов, Сампо ТВ 360.